И наш подбородочек, да, он нам не нужен. У нас должен быть красивый овал лица. Улыбочки обязательно, она подтягивает наши щечки, да, наши вот эти вот яблочки наверх, да. И мы немножечко помогаем, да. Ах, вот так вот, да, массаж молодости, массаж красоты. О, так, хорошо, хорошо, да, лучший день, да. И разминаем наши пальчики, хорошо, хорошо, разминаем. Запускаем энергию, да, запускаем смех и кровообращение. Вот так, хорошо, наши пальчики разминаем, разминаем. Пальчикам очень нужен массаж. На другой ручке, да, улыбочка. Смеемся, конечно, да, у нас смех, а нейрогимнастика, поэтому я что-то говорю, объясняю, а вы еще не забывайте, что мы и делаем, и хохочем, да? Растерли ладошки, растерли, и вот так, пальчики хорошо, хорошо растянули. Давайте немножечко потянемся, да. А теперь согнули коленки и с круглой спиной тоже тянемся. Вот так. А теперь с прогнутой спинкой тянемся. А теперь коленки согнули и округлили спинку, сердито кошечка. Так. А, хорошо, молодцы. О, ну и поехали. Наши ладошки приготовились. Мизинчик отходит. Раз, два. Теперь вот так. Раз, два. Теперь три пальчика. Два. Раз, два. Раз, два. Назад. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И каждый в своем темпе. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Получается? Теперь вниз, вниз, большой пальчик. Раз, два, опускаем указательный. Раз, два, средний. Раз, два, безымянный. Раз, два, и мизинчик. Раз, два. Мизинчик давайте немножечко больше проработаем. И если у кого-то не получается, ну, можете помогать вот большим пальчиком, можете вот даже другой ручкой помогать. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, назад пошли. Раз, два, среднее, раз, два, указательное, раз, два, и большое, раз, два. Встряхнули, сбросили. Встряхнули, сбросили. И наши ручки тоже любят кататься. Они такие у нас, как балованные детки, да. И доставляем им эту радость, да. Руку правую сюда, левую в сторону. Раз, два. Раз, два. То есть правую руку и левую ногу. И раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Рука правая, нога левая. Два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, молодцы. Получается? Так. Цепочка. Раз, два. Да, начинаем с указательного и попеременно меняем все пальчики. Средний. Раз, два. Безымянный. Мизинчик. Назад. Безымянный. Средний. Указательный. Хорошо, молодцы. И что мы теперь делаем? Здороваются у нас пальчики. Большие пальчики обнялись. Раз, два. Указательный. Раз, два. Средний. Делаем, делаем, делаем мизинчики в своем темпе. Давайте хорошо, хорошо, вот прям надавили на ладошки. Вот сейчас только мизинчики. Раз, два. Еще раз мизинчики. Раз, два. Безымянные по два раза.
раз, два. Средняя два раза. Раз, два. Раз, два. Указательная. Раз, два. Раз, два. Большие. Раз, два. Раз, два. Похлопали. Растерли. Сбросили. Хорошо. Молодцы. И теперь берем указательный большой пальчик. И по очереди большим пальчиком на подушечку других пальчиков попеременно. Вот так, хорошо. Прям можете и ноготочками, да, кончики пальцев хорошо тоже проминать. И ноготочком можете прям так хорошо, хорошо. Давайте по нескольку раз на каждый пальчик. Да. Не забываем улыбка, смех, радость для всех. А теперь что мы делаем? А теперь здесь. Также большой указательный, а здесь мизинчик и указательный. И поехали. Каждый делайте в своем темпе. Да, на пальчики лучше не смотреть, чтобы не запутаться. Так, хорошо. Да, можете медленно, неважно, главное, чтобы, да, когда мы что-то делаем новое, мы даем задачу мозгу. И если что-то не получается, значит, радуйтесь, потому что у вас сейчас образуются новые нейронные связи. Потому что, когда мы изо дня в день выполняем одну и ту же работу, то что? Мы не развиваемся, не растем. Поэтому очень важно делать что-то новое. А у кого хорошо получается, вы задаете мозгу потруднее задачу. Вы берете здесь, допустим, первый и средний пальчик, да, большой и средний, а здесь, например, большой и безымянный. И поехали. И вот здесь мозг оказывает такое жуткое сопротивление, что очень многие замечают, что у них вдруг оказывается, что пальцы делают одно и то же. И если начали одно и то же, мы останавливаемся и опять начинаем по-новому. Это вам домашнее задание, это прям, да, очень-очень так, знаете, нелегко, это я знаю. Хорошо, сейчас мы делаем здесь двумя пальчиками окей, здесь там, не знаю, собачка. Раз, два. Раз, два. Окей, двумя пальчиками. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Теперь добавляем хлопочек. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Продолжаем. Раз, два, 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 раз, два. Теперь три пальчика берем, как мы солим, да? А здесь зайчик. Раз. Давайте с хлопка. Раз. Не, не будем с хлопка, не будем искать легких движений, легких решений. Да. Раз, хлопок, два. Раз, 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 зайчик. А тут у нас с ушками кто? Лисичка. Раз, два. Раз. Кто впервые, кто это не знает, не делал, не получается, значит, вам домашнее задание. Тренируйте мозг. Делайте эти упражнения вместе со своими членами семьи, с детками обязательно. Они будут внимательнее, будут лучше учиться. Со старичками у них будет лучше память, да. Особенно у кого начинает хромать или у кого даже не хромает, но это профилактика. Поэтому это очень важно. Хорошо, молодцы. И сейчас мы с вами давайте локоточки повесим. Повесим локоточки. Так, немножечко порастягиваемся, покружимся. Локоточки у нас вот так в точечках висят, да, закреплены. И в другую сторону.
Хорошо. Так, вот они у нас висят. Вот прям тут закреплены точечки. Угу. И теперь поехали назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Теперь рука одна вперед. Четыре. Другая назад. Раз, два, три, четыре. И соединяем. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Поменяли. Раз, два, три, четыре. Сбросили. Руки вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Одна рука вперед, другая рука назад. Поехали. Раз, два, три, четыре. Поменяли. И раз, два, три, четыре. Потянулись. Ручки в замочек, растягивались немножко, да, тянемся, тянемся, тянемся. И до пола достаем. Достаем до пола кончиками пальцев, коленки прямые. А теперь коленки согнули и волной поднимаемся. Давайте еще раз. Тянемся к полу, тянемся расслабленно. Вот у нас ручки как плети расслаблены, кто сколько может, тянемся. Выдох, улыбочка. Колени прямые. И теперь коленки согнули. И волной, волной, волной вот так вот встаем. Хорошо. И теперь ладошки вот так сложили. Опустили пальчики. Спинками пальчики друг к другу повернули и сделали вот так. У кого получается? Еще раз ладошки сложили, средние пальчики завернули. И эти средние пальчики друг к другу спинкой повернули. Вот так. Хорошо, молодцы. И теперь смотрите, ножки. Вот у нас как два копытца, да? А здесь у нас рожки. Вот два пальчика. И поменяли теперь. Здесь у нас ножки, здесь рожки. Ну, такое, знаете, сложноватое упражнение, да. Давайте сначала на двух руках одинаково сделаем. Раз. Два, три, четыре. Раскрыли серединка. Два. Теперь два пальчика вместе средние. Четыре. Еще раз серединку раскрыли. Два. Серединка вместе. Четыре. Серединка раскрыта. Раз, два. Серединка вместе. Три, четыре. Как дела? Получается? А теперь на одной руке делаем так, а на другой руке так. Раз. И прям вот в серединочку заходим. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Каждый в своем темпе. Кому-то нужно вот так. Прям раз, два, три, четыре. Получилось раз, два, три, четыре. А у кого получается, проходим сквозь вот так ворота. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот это, наверное, не у всех получается, да? Вот так отдельно, вот знаете, как клешня рака, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три,
три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, клешня рака, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, теперь здесь так, а здесь так, раз, два, и три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, проходим ворота, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Такое, да, сложненькое упражнение. Немножечко наши кулачки разработали, да. Волна в другую сторону. Потянулись, потянулись и сбросили. Пальчик смотрим, поворачиваем голову, пальчик видим. Поворачиваем голову, пальчик видим. Еще поворачиваем, поворачиваем глазки на пальчик. Другое. Посмотрели и отворачиваем, отворачиваемся, глазками смотрим, видим пальчик. Еще отворачиваемся, отворачиваемся. Раз, два. А вот с глазами не надо делать нейрогимнастику. Не надо, чтобы один глаз туда смотрел, один туда или туда. Вот этого не надо. Вот здесь мы двумя глазками смотрим. И смотрим, видим очертания нашего отпечаточка. А теперь далеко на пальчик. А теперь смотрим в окошко, на самое дальнее там облачко, деревце. Еще раз. Раз, два, далеко пальчик. Три, четыре. И далеко-далеко точечку за окном. Да, хорошо, молодцы. Давайте немножечко грудную клеточку нашу разомнем. Два, три, таз на месте закреплен. И нам нужно так владеть нашим телом, чтобы у нас двигалась вот любая часть, которую мы хотим. Что-то одно, да, а остальное, чтобы все было послушное. Мы говорим неподвижно, значит, неподвижно. Вот сейчас у нас таз неподвижный. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, хорошо. А теперь на таз надавили, раз, два. А теперь этой рукой, раз, два, подвернули, раз, два, три, четыре, раз, два. Рукой помогайте, три, четыре, прямо на бедрышко, раз, два, три, четыре, хорошо. Так, растерли ладошки и взяли за носик. И раз, два, три, четыре. У кого не получается, пока без хлопочка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Под руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А кто видел наш чат «Смехоэнергия»? И там два мужичка сидели, я с ними как раз вот это упражнение делала. Вот кто не видел, обязательно посмотрите, вот пролистайте там немножко, ну, дней пять, наверное, назад примерно, да, шесть. И там как раз это упражнение делала. Но это ржачка. Один из них из Чехии, а другой из Дубая. И вот они между собой соревновались и делали вот эти упражнения нейрогимнастика. Я хохотала просто. Поэтому, кто не видел это видео, посмотрите и поднимите себе настроение. Да. И поехали, хлопочек добавляем. Раз, носик, подушка. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Ну, давайте теперь будем это делать и считать 190, да, десятками назад. Поехали. 190, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Получается...
Теперь на каждый хлопок считаем назад. Назад, вперед, если время у нас останется, ну, на эти движения. В общем, туда и обратно будем делать. Приготовили. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Вперед. И вперед. 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, назад, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0. Кто молодец? Скажи, я молодец, да! Берем два смеха мандарина, у кого что есть, два смеха яблока. Можно две мягкие игрушки взять, можно две пластиковые бутылки. Что хотите, что у вас под рукой, две кепочки. И наделяем их смехом. И вдох. И начинаем подкидывать немножко. По очереди раз, два. Две перчатки можно взять, все что угодно, два носочка. О, а теперь вниз они у нас падут. Раз, два, три. Хорошо, а теперь их перекидываем из одной руки в другую. Оп. И каждый в своем темпе. В другую сторону. Оп. О, хорошо, хорошо, да, лучший день, да. Пальчики расширяем, берем карандашик или ручку, все кроме острого режущего, и между пальчиками начинаем. Лучше положите руку на стол, я просто вам показывала, я буду вот так делать, раз, два, три, четыре. С этой стороны. И стараемся теперь не смотреть. Но даже если задеваем, ничего страшного. Зато у нас, вот видите, как такой, такая координация внутренняя, да. Другая ручка. Поехали. Левой сложнее, да. Ну, кто левша, ему наоборот правой будет сложнее. Итак, раз, два, три, четыре. Кто попал по пальчику? Хорошо, молодцы. Так, теперь скороговорка. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Медленно шла Саша по шоссе и сосала сушку. Угу. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Хлопаем, подпрыгиваем. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. И теперь, как мы уже делали, здесь правая рука в сторону, а нога левая в сторону. И поехали, хлопок. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Пальчик-зайчик.
И шла Саша, Паша, Сэ и сосала сушку. Пружинку добавляем. Шла Саша, Паша, Сэ и сосала сушку. Смех, энергию пропускаем и друг другу в окошко. Еще раз пальчики. И я. И смех ободанием. Смех ободанием еще. И пальчики соединяются, не смотрим. Два пальчика. Поехали, поехали. И друг другу. Водичку. Да, водичка наша заряжалась нашими улыбками, нашим смехом, нашим позитивом. И мы с благодарностью пьем водичку. И представляем, как вливается сила, вливается энергия. И с утра очень хорошо, не только с утра, а почаще в течение дня пить теплую воду. Ну, хорошо знаете, лимончик можно выдавить. Ну, и, конечно, говорю, я здоровая, я позитивная. Я приветствую свой чудесный день. Как вы себя чувствуете, друзья? Можно открыть микрофон и что-то сказать. Благодарю, Ирина. Как остальные? Все ли у вас получалось? Танцуют все. Завтра будет танцы, гимнастика. Да, Ирочка? Да, да. Друзья, бывает, что в какие-то чаты забываем просто. Или, допустим, Ирины нет в каких-то чатах. В каких-то чатах меня нет. Какие-то не успели там или забыли забросить информацию, потому что чатов много. Поэтому, ну, просто заходите в этот чат, вы уже знаете, и смотрите. То есть в этом чате написано, там, допустим, там, такое-то время, там, смехотанцы или там смехомассаж или что-то еще, хорошо? Завтра у нас будут смехотанцы. Классно, Ирочка подготовила танцевальное упражнение. Это здорово, что все вы уже танцуете, уже научились выполнять новые элементы. Это, кстати, тоже нейрогимнастика, когда изучаешь какие-то новые движения. А в понедельник у нас будет йога смеха. Ну и дальше смотрите все в этом чате. Если вдруг в каком-то чате нет, может быть, нас нет, но вы хотите, чтобы были ваши друзья, это, может быть, чат вообще не относится к бизнесу. Какой-то чат ваш по интересу, там, хобби, все. Приглашайте своих друзей. Пусть улыбаются как можно больше людей, как можно больше людей будут счастливыми, да, разминаются. Вот сейчас как мы хорошо, да, наш мозг разработали. Здорово же? Здорово. Поэтому приносите людям пользу. У нас это благотворительное, поэтому ну, используйте, чтобы максимально людей, не только вы, чтобы больше людей знали, больше людей занимались, да. Давайте им ссылку в этот чат и... Пусть приходят, пусть будет всем счастье. Я желаю вам чудесного дня. Сегодня у нас суббота, да, выходные дни. Пусть они будут проведены у вас вот так вот классно с вашими родными, близкими. Всем счастья, здоровья, радости. Делайте упражнения, готовьтесь. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. Ваше здоровье. Благодарю, Ларочка, за отличное настроение. Благодарю всех, кто был с нами.